Ежегодно 28 июня отмечается День Конституции. Именно в этот день 25 лет назад Верховная Рада приняла высший нормативный правовой акт нашей страны. Восточный проект спросил жителей Краматорска, какие права гражданам гарантирует Конституция Украины. Конституция Украины гарантирует право свободы, право на життя, право на освіту, право на медичну обслуговування населення, ну и взагалі інші свободи. Перш за все, я думаю, що дуже важливим правом є те, що ми вміємо вільно висловлювати свої думки. Свободу слова, свободу передвижения, вообще права, которые защищают. От того, чтобы тебя не посадили просто так, ни за что. Вот. Право на безкоштовне навчання, на безкоштовне обслуговування у лікарнях. Право на свободу. Право на життя. Право на здоровье, на бесплатное обучение. Права, во-первых, потребителей, во-первых, вообще жителей Украины, как именно этой страны, мы имеем право на право слова, право голоса какое-либо. Вообще человеческие права, как минимум, гарантируют Конституция Украины.